Самые элитные апартаменты у кого? Муфань, скажи подписчикам. Снова здравствуйте. Ну, Муфас, как всегда, в доме. Сдает в аренду свое жилье. Ну, здесь нормально, да? Муфь, скажи, я тут блюжу порядок. Чтоб никто не отлынивал от работы, не тусовался дома, да? Потому что пора сажать клубнику, все вот эти дела, да? И я блюжу, чтобы дом никто не торчал. Все занимались делом. Да, Муфань? Муфасик. Красивый пирожок. Снова здравствуйте. В эфире Тарошка, Большишка и малышка Фюре. Ребятам очень пора домой. Очень просто. Пара роскошная, замечательная. Очень колоритная. Таких, как они, ни у кого нет. А еще одна пара. Антони и Уля арендуют Балухины жилье. Пока мы все переживаем за Балушу, передаем ему лучик сил, здоровья, чтобы он был молодцом. А малышня пока здесь тусуется, да? Потому что они что сделали? Сожрали все кусты и разобрали вольер, да? Но на самом деле они чудесные, просто потрясающие дети. Отличные, да, малыши? Лапусь, что, зайти к тебе пирожок? Да погоди, есть, дай я дверь закрою. Покажи колесо свое. Лапусь, садись. Ой, скажи, не, я уже не сажусь. У меня, скажи, ножка уже не болит, поэтому я сидеть не буду, я буду скакать, да? Рыб прекрасный. Очень красивый мальчишка. Ну, посмотрите на него. Ой, какой хороший лапунчик. Молодечек. Ну, да, я к Эрику еще подойду. Ты уже поел. Пускай меня. Улянчи. Очень красивый. Очень красивый. Эрик, давай-ка. Давай-ка. Давай-давай. Оп. Ой, ты вообще невероятный в лучах солнца. Вы посмотрите на него. Ну, какой красавчик. Заяц, тебе тоже очень пора домой, да? Присмотритесь, какой роскошный блондин. Ну, такого ни у кого же нет. У нас все зелено, весна. Кто угадает, что у нас за новая пара? Что это за новая пара? У нас перестановки, да? Потому что Ваня очень страдала одна, очень трусила и переживала. И кто же излечил ее душу? Лордец. Лорд выбрал себе опять блондинку. И теперь Ванесса совсем тоже ее не трус. Совсем не трус, сама подхожу. Сама хочу гулять. Лордик облагородил, да? Ваня чуть поднабрала вес, да? Поднабрала. И красуется. Лордик, ты молодец. Смотри, как она с тобой расцвела. Да, конечно. Мы идем просто вообще в галереи прекрасных пар. Иртышун, иди-ка сюда. Покажитесь, какие вы красивые. Ой, я не могу. Роскошная басма. И прекрасный Иртышун. Да, заяц. Очень красивый. Ну, привет. Привет, длинная. Давай, покажи. Ты втягаешь вообще. Это Рива. Высокая, стройная женщина. Прекрасная. Да, Ривоз? Рев. Ну-ка, что ты нам попу показываешь? Иди-ка сюда, Рива. Ну, кого зовут? Иди покажи лицо. Это она там что-то быкует на басму. Горушка, привет, пирожок. Давай, лапу даешь? На, скорее. Ну, поаккуратней. Где тут упала? Вот она упала. Поаккуратней бери. Молодец, пирожок. Миянь, ну, конечно. Конечно, я к тебе зайду обязательно, рыба моя. Ну-ка, давай.
Не надо меня обносить. Покажи своего тюленя. Жаль, не застала. Очень смешно со своим этим китом играет. Да? Миянь, ну-ка сядь. Прекрати меня шмонать. Сядь. Пока не пойдем гулять. Нет, пока не пойдем. Садись-ка. Мия просится гулять. Нет, да я по ребятам по всем пройдусь. На кусочку. На. Ой, да вы смотрите на эту женщину. Зря зашла. Теперь не выйду. Да? Иди. Иди с китом гуляй. Мия, не выпускай. Выпусти меня. Выпусти. Ну, красотка Мия. Лео, привет, ты что гласишь? Что гласишь? Ну, аккуратней. Ну, аккуратней, не надо так брать неаккуратно. Давай-ка. И снова здравствуйте от Снежи. Снежинка, крошечка, малышка. Тоже засидела, скажи мне, пора домой. Пора домой. У вас солнце, ничего не видно. Снежок, да? Сегодня прекрасная погода, скажи, но ничего не видно, отсвечивает. Герыч, привет, здоровяк, привет. Привет, мой хороший, на, кушай. Такой аккуратный, галантный парень. Ну, что это за женщина, а? Вы посмотрите на этот темперамент. Вот кто бы мог подумать, что вот в этой ползающей Грете мы раскроем такие таланты. Очень обаятельно и привлекательно. Скажу, тоже хочу домой. Вы посмотрите на этот нос. Прекрасная. Прекрасная Грета. Вес. Я к тебе зайду. Покажи себя. Веста. Давай. Давай свое лицо. Такое Веста прекрасное. Дай глаз вытру. Вест. Дай глаз вытру. Дай. Нет, пока гулять не пойдем, малыш. Не пойдем. Просто зашла к тебе. Спасибо, слюнопад не заказывали. Рыбка, выпускай. Красавица Веста. Подруга, а где твой камалище? Вон несется. И сабинка. На, тебе не очень много дам. Потому что камальчик у нас вон без талии. Камальчик в режиме энергосбережения. Это сабинка? Как балерина бегает, да? Скажи, поэтому я всегда в прекрасной форме. А камальчик немножко пышечка, пирожок. Сальма, а где Бруно? Парни, короче, девчонки на солнце, а парни в тени. Брунешна. Привет, привет, пирожки. Наша итальянская пара. Прекрасных ребят. Джей, потяни. А, мать Джей. Сейчас мы подглядим. Сейчас мы подглядим. Ирина Григорьевна немножко чешет парня. Ну-ка, покажи свой пух. Много начесал? Расскажи нам. Ирина Григорьевна, будут носки с тебе? На, скорее. Ой, как не дотянуть. На. Что ты орешь? Пошли дальше. Это Джо. Волчица. Бег, скорее беги сюда. Покажись, какой ты роскошный. Красивый парень, очень. Бег. Дети. Дилька и Айк. Дилька, конечно, не сильно ребенок. Айк-то совсем. Да? Ой, какие улыбаки собаки. Собаки-улыбаки. Молодцы. Дружная пара. Тоже пора домой, скажи нам. Очень хотим. И снова здравствуйте. Наш элитный шатер. И положение. Да? Грейси, курочка, привет. Привет, мышка-малышка. На, скорее.
Бабуля грызься, молодец. Джифонич. На тебе крошечку. Мой толстый пирожок. Ты цветы нюхал? Нос весь грязный. Никитос. Ну, посмотрите, какая роскошная женщина. Просто красотка. Красотка. С Казбеком бы красиво, конечно, смотрелись. Но ты женщина истеричная. Да? Очень экспрессивная. Ника, курочка. Курочка и два лежачих пирожка. Да? Николь, ну ты прекрасная. Да, очень прекрасная. Очень прекрасная. Курочка Ника. Продолжаем наш поход. Лолоха. Прекрасная Лоло. Плохо к Лоло ходит. Все тяжеловато. Да, рыба моя? А ты очень пухленькая. Где там Джаль? Пойдем, я к вам зайду. Амирка, конечно, вообще. Пироженка. Джаль. Кукуси, ты там где? Выйдешь показаться? Джалил, давай-ка. Да, вот он Джалил. Иди скорее. Дам тебе тоже кусочек. Че ты меня пихаешь лапами? Пихается она. Ты отбираешь все у Джалика, да? Ты его по-любому объедаешь. Ты посмотри, какая. На пирожок. Да куда? Амир. Ну. Женщина. Пацаны, ребята. Пацаны. Тартар, давай. Давай, давай, давай. Да ну давай. Покажи, какой ты здоровяк. Тарик. Красивый парень. Да, ты очень красивый, Тарик, да, прекрасный. Наш пожелтевший янарчик. Да. Чего ты так пожелтел? Такой бисквит стал совсем. Прекрасный янар. Тариком. Стоят, ждут. Рука-канарейка. Как прекрасно летом. Такая красота. Да? А что это за красота? Что это за красота? Дарин, на. Даринка очень скромница, такая же, как герой. Не особо пищевик, очень скромно берет. Ну, все растеряла, Маша, растеряешь. А кто это идет? А кто это несется? Покажи свою шею скорее. Швы сняли, зажило. Да, Мансурич, скажи, вообще хорошо себя чувствую. Такой бодряком, молодечек. Угу. Ластюнька, как твои делища? Расскажи скорее. Балерун. Ну что, вообще, черно-белое кино. Да? Мультёшки, мой любимый. Султан. Господи, боже ты мой. Султаша. Сайзой. Ну что? Ну что, любимчик публики? Давай, кстати. Нет, нет, нет. Садись, Фень. Нет, сидеть. Совсем разбаловался, да? Сидеть, Фень. Садись-ка. Нет, так не дам. Сидеть. Ой, молодец. Одноглазый. И Манч, что ты кричишь? Я, конечно же, к тебе подойду. Не надо так кричать, волноваться. Пошли по блондинам. Эль, ну, покажись, какая ты красотка, давай. О, шикарная Эля. Хвостатая, здоровенная. Эль, домой поедешь уже когда-нибудь? Да? Ну-ка, что ты хотел сказать? Скажи, домой мне пора, да, конечно. Посмотрите, какие красавцы. Соп, привет, мой пирожок. Наконец-то ты зажил, да? Дай, дай лицо умою. Красавчик Сабур. Маренч,
Давай, Буленька. Давай, я знаю, ты можешь. Давай-ка наверх. Ну? Давай, курочка. Нет? Ну, окей, давай тогда. Марьяшка. Дань, здорово. Здорово, Данька. Давай-ка. Ты чё? Как же жарко, что ты нас тренируешь-то. Не очень-то и хотелось. Цветок, Кайс. Кайс, покажи свой личик. Покажи свой личик. Несчастный Кайсюха. В плафоне. Свинажулька. Не, нога вообще хорошо выглядит. Но это только пока Кайс в плафоне. Чё орём? Ага, там кого-то гулять повели. Гордюш, привет. Привет, красавчик. Ага, Гордик. Так, Маша пошел гулять. Армань, ты пошел гулять? Ой, все залаяли, тоже хотят гулять. Иди. Ой, а кто себя плохо ведет? Ахмат, ну, чё орать-то? Роскошный, прекрасный Ахмат. Ну и, конечно, голосит кто? Мартышка Рона. Давай. Да эти зубишки. Ой, ну, покажи, какой ты роскошный парень. Покажи. Конь, просто конь. Черный бриллиант. Скажи, тоже очень пора домой. Очень. Просто срочно. Нет, выпусти. Убирай нос. Красавчик коник. Тера. Куколка моя, привет. Куколка. Вы что, землю копаете? Цветы нюхаете? Что у вас? Через одного нос весь пыльце какой-то. Багирка, привет. Ай, привет. Ай, привет, ушастая. Привет. Глаза текут, скажу, да. Глазки текут. Курочка моя, на, скорее. Давай лицо в это. Малыш. Багира статная. Высокая, скажи. Головастая. Очень красивая девочка. Багирка. Нала, курочка моя. Дай я тебя поглажу. Ну, кусочки тебе не буду давать. Договорились? Да? Ты не обижайся, пожалуйста. Но твое здоровье нам важнее всего. Да, малыш? Нет. Я вот уберу, чтобы она себя не смущала. Я просто покажу, какая ты прекрасная. Курочка Нала. Да. Ну, такая мышка моя. Мышка моя, конопатая. Мамкина красавица. Да, мамкина красавица. Прекрасная Нала. Ребятам жарко. Сейчас все ямки выкупали и лежат. Малыш, нет, ты давай-ка отдыхай, моя малышка. Ясь. Ты в режиме энергосбережения? Красотка Ясмина. Даже не встала. Не встала, да? Хочется еще кусочку. Ну окей, давай. Янгусь, привет! Привет, мой пирожок красивый. На, скорей. Да бери скорей. А покажи-ка свое лицо. Покажи, не видно. Сливайся с решеткой. На, скорей. Нет. Галсану тоже надо дать кусочку. Иди сюда, Галса. Иди, отойди от Кинга. Галсанище. Роскошный Галсанище. Прекрасный. Стал такой тоже хорошка. Кругленький, да? Ты кругленький такой. Ух, почесун. Угу. Мур-мур только что вернулся с прогулки. Успел тебя заснять, да? Пацаны, ребята красивые. Так, это у нас Армашка ушел. На, Этюха. На, Этюха, пирожок. Привет. Привет. Привет, Натюш. Смотрите, какой парень. Ну-ка, сядь, посиди. Давай, проси лапой, как ты умеешь. Ну, Найтюнь. Скажи, нет, дайте, пожалуйста, так, без ваших выкрутасов. Сто, сто, красавчики.
Сиди, я видела, ты гулял. Ну, Ваха и Рокса. Шикарные ребята. Что сидят, скажи, что мы сидим? Рокса, Ваха, прекрасные охранники. И просто красавцы. Да? Вахрам. Да, скажу, очень домой хотим. Очень, просто очень. Гердуся с Умаром. Пирожки. Ну, давай-ка, много не наедаться-то. Он тоже не самый стройный пирожок. Да? Зайцы красивые. Довольный. Ширось, жарко. Куронька моя, привет. Бабульке жарко. Да. Ну, скажи, я все равно тоже жду. Жду любви, ласки и вкусняшек, да? Моя мышка. Мышка моя. Дай лицо протру. Ой, все затекло, вытекло. Кишка плюшевая. Убита. Это кто такой довольный? Это кто такой довольный? Скажи, не хромаю. Да? Иди сюда, мышонок. Нет, ты даже не хочешь есть, тебя гладить. Гладить пирожком. Он был очень красивый парень. Да? Скажи, очень красивый. Очень красивый и прекрасный. На. Скорее кушай. Стой, дынище. Ну-ка, ты зайдешь, не выйдешь. Ну-ка, давай-ка. Давай. Ай, дынчик. С роскошным своим глазом. Да? Ну, смотрите, вот эта подводка. Докарё. Здоровяк. Все ругаются с Артуром. Ну, конечно, они такие два крупыша. Артурёна, скорей. Мальчишки крупные. На любой вкус. Хвостатые, ушастые. Шах, ты ждешь, стоишь, да? На, плюшевый. У Шаха такая, такой же кит, как у Мии. Не знаю, уж играет он в него или нет, ни разу не видела. Маджа, ну давай к тебе зайду. Куда? Нет, мы не гулять. Пока не гулять. Маджик, ну-ка. Нет, похоже. Давай-ка. Садись. Ой, руку проглотил мне. Маджик, пока не гулять. Просто зашла тебя поснимать. Ну, что? Сядь, покажись. Молодца. Нет, выпускай. Что? Что ты просишь? Что ты просишь? Подайте, пожалуйста, да? Ой, как будто не кормят. Ирлашка. Ирлашка, побратим Армана. Арысик, привет. Привет, пирожок. На, крошечку тебе. Крошечку. Сидит, выжидает. Персюнь. Давай-ка. Алтайч, ну без обид, я к тебе могу зайти, но, к сожалению, тебя не могу покормить. Да, Алтайч. Алтайчик после операции. Мы особо не будем рисковать там нагружаться вкусняшками, да? Но обязательно потусуемся. Потусуемся, погладимся. Такого помпона мохнатого. Да? Рыб, ты очень красивый. Очень красивый. Очень красивый парнишка. Да? Ребята, ну жарко, конечно. Сегодня на улице точно 20-ка есть. Чиндрусь, как твое делище? Расскажи. Расскажи, как делище. Синабон, булонька.
Да, вот такая радостная, скажи, булка. Денусь, привет. Привет, куколка. Красотка. Красотка Дина. Прихрамывает немножко. Товарищ, привет. Толстяк. Туркаешь вообще как стол. Да? Тигрица. Тигрица, привет. Скажи, ай, мне давным-давно пора домой. Нужно посмотреть на эту женщину. Ну, где найдете такого лобая? Тигрового, да? Такую приятную куколку. Мышка моя. Что? Товарищ, потом погуляем. Да, я покажу, какая тигрица у нас роскошная. И как ей пора домой. Васька. Вот кто-то же роскошный. Да, эти уши, они просто неповторимы. Да? Ну, посмотрите на него. Великолепный байсал. Манюнь, ну? Скажи, как ты роскошно вычесана. Юнона старалась, начесывала эту женщину. Прекрасно. Вот смотрите, какая красотка. Малик. Малику мою, булоньку. Булоньку мою прекрасную. Что ты скажешь? Пока не пойдем гулять, погоди. Чай жарко. Для тебя вообще жарко, рыбка моя. Да? Да я к Роке подойду еще. Нет, попозже, Манюнь. Выпускай. Попозже. Дай подостынет хоть чуть-чуть. Подостынет, потом пойдем. Жарковато для товарищей, у которых проблемы с сердцем. Такую погоду гулять. Ну, посмотрите, размеры. Малики. И ракеты. Рока. Давай, канарейщи. Ну, прекрасная ракета. Здоровяк. Вы посмотрите, у кого самое лучшее вообще местоположение. Даже не хочется будить. Хатапыч под сосенкой на лужайке такой лежит. Хатап. Ты извини, я тебя потревожу, но хочу тебе показать. Показать тебе пирожок. Малыш. Дай глазки притру. Заяц. Такой. Сам себе хозяин, скажи. Вообще. Скажи, сам регулирую свой режим дня. Хочу, сплю. Хочу, блин, локацию меняю. Когда хочу, что делаю. У него, конечно, тот вид роскошный, да? Подглядывает там одним глазом. Подглядывает одним глазом. Тоже парень на энергосбережении. Постоянно. А кто тут голосит? Ну, кто тут голосит? Ой, уронила все. Окна скорее. Я не знаю, ты подобрал там или нет? Наши нелабайские ребята. Цезарь и Мока. Цезарь, ты нашел? А, вон она. На, скорей. Ильнурчик, мой пирожочек. Ильнур, тебя, по-моему, чесали, но что-то вот с одной стороны не очень, да? Надо чесальщиц пригласить еще. Что-то некачественная работа выполнена. Там-там. Ты как всегда, как мартышка, да? Бельонч. Что у тебя за яйцо какое-то? Или это спонж? Или что, спонж? Беляш. Ты пользуешься спонжем? Что, красишься? Это голова не настоящего койота, да? Покажи, что это такое, Люди. Блин, дверь не могу закрыть. Это что? Ты играешь? Нет, я чуть ни разу не видела. Надо тебе, да? Очень надо. Вот. Ну-ка, сядь-ка. Ну, посмотрите на этого парня. Это просто умнейшая собака. Ну, умнейшая же, да? Беляш.
Сколько же надо домой беляшку? Посмотри, какой прекрасный. Тоже эксклюзивный ребенок. Что там потерял, беляш? Я ничего не кидала. Давай-ка сядь-ка еще. С этого ракурса тебе покажу. Очень классный писец. Писец койот. Дай-ка к Грейкину схожу. Чуть попозже погуляем. Да что ж такое, не могу. Домой справиться с ним. Грей, а ты что, тоже куда-то собрался? А куда ты собрался? Куда ты собрался, свой лапуль и пирожок? Дай я тебе дам кусочку. Дай тебе кусочку. На, скорее. Грей, покажи свое лицо. Ну, такой ребенок, я не могу. Такое детское лицо у тебя. Подглядим за ребятами. А это новенький малыш. Малыш совсем не малыш, а очень даже большиш. Парни привезли из клиники. Девочки его облагораживают. Вот такой вот он, малышек. Привет, ребята, привет. Юля, Анч, с Яшкой опять на тебя отбирается, да, Юль? На, скорей. Побежали, побежали, скорей. И вот они опять. У вас самый выгодный ракурс, да? С двух сторон можно получать еду. Очень удобно, просто крайне. Да? Пирожки. И рисик бежит. И рисик туфифи. И Ивошек. Леваш, давай внизу, а то он отберет. Смотрите на этих ребят. Мощные, красивые. Прекрасно сложенная пара, да, Ирина? Очень классная пара, очень классных ребят. Просто замечательно. Настоящие охранники, защитники, да? Не сань, что ты намахиваешь, стоишь? Стоит, намахивает, а что? На, скорее, кнопку. Ой, упала. Миш, покажи, какой ты хороший. Смотрите, кучеряшка, конопушка, просто милаш, да? Просто милош, Мишка. Еще Мишка улыбак, конечно. Вольф стоит, ждет свой кусочек. Тут цветение полным ходом у девочек. Как дела, волк? На, скорей. И снова здравствуйте из стационара. Кто это тут сидит? Облизывается. Саюш, это ты? Это ты, мой пирожок? Да. Ничего не дам. Ничего не дам. Я видела, мать тебя накормила. Злоупотреблять не будем, да? Злоупотреблять не будем. Мы же не любим врачей, скажу. Мы не любим врачей кататься. Вообще не любим больницы. Поэтому злоупотреблять вкусняшками не будем. Мой сладкий пирожок. Скажи, такой комнатный вообще, ручной парень. Не крупный. Скажи, очень хочу домой. Посмотрите, какой. Какой сладкий пирожок. Сейчас пойду к Аишке зайду в гости. А ты отдыхай. Нагулялся уже. Аишуйка. Буланька. Тусуется тут. Да, Аиш? Хорошо выглядишь, моя рыбка. Все зажило, отеки спали. Да, кисунь? Немножко язычок пока не укладывается, да, вроде как. Зато как вы все вырезали. Мышка моя. Прекрасная. Прекрасная девчонка. Еще один постоялец. Вон.
ждет. Она это открывает носом. Фиф. Ну-ка, стой. Покажи. Лапой я пользуюсь. Все хорошо. Гулять пойдем? Каждый раз спрашиваешь, у нее же ничего не слышит. Фифонь. Ну, конечно, все, побежала гулять. Это вот кто спрашивает, как там она себя проживает и чувствует. Фиф, садись. Садись. Покажи лапу. Вот такая лапа, скажи. Вот. Все хорошо, скажи, с моей лапой. Все отлично и здорово.